Доброго здравия, зрители Авито. Сегодня посмотрим видеокарточку от компании MSI GeForce GTX 1660 Armor 6G OCM. Две видеокарты идут в одной коробке. Сейчас достанем, посмотрим поближе. В коробке находится сама видеокарта, это логично. Макулатура с дракошками. Компакт-диск, на компакт-диске драйвера отсутствует только софт MSI Автобурнер и NVIDIA Experience. Драйвера скачиваем с сайта NVIDIA. Для работы видеокарточки требуется последнее обновление операционной системы. Именно последнее, иначе не заработаем. По видеокарточке мы видим защиту открытия. Очень элегантно и простое. Сейчас распакуем, поставим на стенд и посмотрим ближе. Видеокарточка установлена. Снимаем наклеечку, говорящую нам про Zero Off Roader. Включаем. Система охлаждения MSI Armor эффективная и тихая. Питание на видеокарточке. Один разъем 8 пин. По портам выводы. Один HDMI, DVI отсутствует и 3 дисплей порта. Бэкплейт металлический, серийный номер карты и пломба. Подсветки на данной карте нет. Давайте посмотрим. шестнадцать шестьдесят, 6 гигабайт память Samsung, память Micron. По вентиляторам давайте включим на максимум. На максимум видеокарточка относительно шумная. В закрытом корпусе комфортно будет работать. Но потребности такой не будет. Вернем оборот вентиляторов на авто. Включим стресс-тест Formark. Как видим, работает технология Zero Off Roader. Вентилятор включится только на отметке 50 градусов. Нет, по всей видимости на 55. Вентиляторы включились на 60. Мы находимся в торговом центре Савеловский.
Павильон 2, Федор 22. Ждем вас каждый день у нас в магазине. Данные видеокарточки проверяются для отправки на родину КамАЗа. Город Набережные Челны. По видеокарточке на 60 градусов она и будет находиться в этом коридоре. Все, ждем вас у нас в промцентре, в нашем магазине. Давайте покажу, где мы размещаемся. До свидания.